Мы в Петергофе. Это все Фаберлик. Это все Урал. Мы приехали. Видите, сколько нас много? Это еще не все. Нам готовят билеты, по которым мы зайдем и будем ходить по Петергофу. Смотрите, как красиво. Это очень красиво. Нам повезло, шикарное солнце. И все переливается. Двуглавый орел. Сейчас я вам его покажу. Я приняла, что он посигел, да? Вообще ничего. Да? Ну, у меня... Символ России. Саша, как экскурсия? Шикарно. Ну, конечно, очень жаль, что все, кто не поехал, очень жаль. Очень жаль. Они потеряли много? Они... Вырванные годы, я бы так сказал. Спасибо. Потеряли очень много. Спасибо. Нам здесь вас очень не хватает. Надеемся, в следующий раз, если судьбой будет дано, поехали вместе. Это был Лысенко Александр, серебряный директор Урал, который открыл город Миасс. Всего доброго.